Мир вашему дому. Сегодня по народному календарю православной христиане празднуют День Купальницы. По церковному календарю православной церкви сегодня чтит память. Совершается воспоминание явления на небе креста Господня в Иерусалиме, мученика Акакия Сотника, преподобного Нила Сорского, преподобных Иоанна Зядознитского и учеников его Авива, епископа Некрестского, Антония Мартковского Стопника и других. Празднуется обретение мощей преподобного Нила Мироточивого Афонского. Чествуется собор преподобных отец русского на Афоне Свято-Пантелеймонова монастыря, священномученика Михаила Акалавича Пресвитера. Празднуется икона Божьей Матери Жировицкая и Любеческая. Поздравляем всех с праздником, всех, кто родился в этот святой день. Желаем здоровья, счастья и благополучия. Светлая память ушедшего в мир иной.